здесь, посмотри, темно, темно. Пацаны, три. Готовятся, на сегодня было 57 килограмм. Вышляем, Чурик, да? Чего ты до этого нажимал? Чурик. А, вот его на месте. Я ничего не менял. Так, ладонь сюда. Еще раз, что ты говоришь, что сделал? Подольф, да? Это мои, победу одержала Лариса Осколкова. На татаме один призывающий, у него весовой категории до 32 килограмм. Примат подозревает Северная Казахстанская федеральная группа. Далее Костякова, Уральская федеральная группа. Готовится Юлия Ежевская, Уральская федеральная группа. На татаме готовили Владислав, Уральский федеральный округ. На татаме была превращается Ахметов, Владислав, Санкт-Петербург, Ибрагим, Мима, Санкт-Петербург, федеральный округ. Приготовились к этому раду. У вас Санкт-Петербург, федеральный округ. Суки, Рамазан, Нижний федеральный округ. На подозрение называется Юлия Ежевская, приводит федеральный округ. Юлия Малышева, Сибирский федеральный округ. Готовится. Анастасия Потерина, Сибирский федеральный округ. Мария Чернышева, приводит федеральный округ.
Пытание 1. Победу одержала Юлия Кинжевская. Задание 2. Победа одержала Кубрагенко Кно. Кавказ Федеральный. Задание 2. Приглашаю Кирилл Мурадов. Уайт. Цикл. Жанаров. На татаме 1 вызывается Анастасия Екатерина, Сибирский федеральный округ, Мария Чернышова, Приволжский федеральный округ. Готовится Анна Чернышева, Южный федеральный округ, Вероника Альпека, Санкт-Петербург. Потом я приготовлю видео, я приготовлю видео, Санкт-Петербург. Победим Андрея, Южный федеральный округ.